Как мы сообщали ранее, в республику поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей от 12 до 18 лет. Всего регион получил чуть более 3000 доз, которые уже распределены в детские поликлиники городов и районов Дагестана. Главврач Карабудахкенской центральной больницы уже привил свою дочь препаратом «Спутник-М». Напомним, что вакцинация осуществляется детям только при письменном согласии родителей и после осмотра врача. Так как много детей болеет, у нас школы не посещают много детей, моя дочка решила, подошла ко мне и попросила меня о вакцинации. Вот мы сегодня, как открыватели первую вакцину от ковида для детей от 12 до 17 лет, будет получать моя дочка Гирава Фатима Расуловна. Сейчас мы вместе пройдем, посмотрим, как проводить вакцинацию, какой порядок проведения вакцинации. Я решила вакцинироваться, потому что в нашей школе очень много больных детей. Так как некоторые классы даже отправили на дистанционное обучение, я решила вакцинироваться, потому что я не хочу болеть, и я не хочу пропускать школу и свои любимые занятия.